Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня русский сервер дал мне аккаунт мой подписчик Рушан. Мы уже были на этом аккаунте, я не помню, то ли мы здесь расставляли что-то, то ли прокачивали, то ли выбивали. В общем, где-то недавно он у нас был. У нас сегодня роллинг под коллекционер, под трату. Довольно-таки неплохие сегодня наборов, как видите, реально печаль на русском сервере. Неплохие сегодня акции поменялись. Коллекционер есть и парящий остров, который поменялся для донатов, в принципе, интересен. Вы увидите видосик попозже, чуть-чуть вам закину, как я выбивал себе кровавую Мэри на английском сервере. Полный трэш. Так. Что у нас сегодня? Коллекционер, скиталец. И в принципе все, это все, что на русском сервере интересного. Давайте посмотрим, что у нас на аккаунте не хватает. Кровавая Мэри, дуэлянт и скиталец. В общем, ради одного героя мы будем сейчас ролить. Так, что у него? Зефиров, посмотрите сколько. Дуэлянта 50. А, мы, по-моему, дуэлянта ему выбивали, если я не ошибаюсь. Да, мы ему выбивали дуэлянта. Так, окей. Находится он в гильдии Андромеда 18. Кидайте заявочки, вступайте. ВК, идишка на экране. Атака фортов 20.00. 14 как ковяжек в неделю сбор. Вот так вот. Так, окей. С этим разобрались, поехали. Будем ролить, посмотрим, какие шансы. Я у себя даже не ролил сегодня, потому что скиталец там у меня, в принципе, есть. Паладин. Начало хорошее. Оккультист и фея. Неплохо. Еще сегодня накопление есть. Суккуб. Ну, блин, ради одного героя, конечно, это полная жесть. Полный трэш. Я уже говорил, что в таких случаях реально лучше Фобос. Обалдеть, посмотрите, оккультист, Фобос. Блин, нереально плохие плюхи падают. Хорошие, хорошие герои, но, к сожалению, на этом аккаунте это уже все есть. Так, 15к первых и, в принципе, довольно-таки неплохо, я считаю, но, конечно... Конечно, не то, что хотелось бы, но интересно, сколько за 15к мы собрали. 6-15, ну, в принципе, неплохо. Поехали дальше. Сольемся немножко. Аттила. Такс. Так, рандомчик. Я понимаю, что миссия невыполнима, ты нам уже надавал дофигища имбалансных героев. Оба оккультист, Бигфут. А что-то пошло свален, блин, просто жесть, ребят. Десятка и как будто их не было. Так, надо слиться. Буду с такими героями фиг сольешься. Но ворожей улетел. Хороший у него зефир держится. Ладно, попробуем зафармить. Так, есть. Поехали.
Королева Оз. Я просто в шоке, честно говоря. Как герои падают? Чё за фигня? Фараон. Блин, нам нужен один скиталец. Суккуб. Еще один Фобос. Да что за фигня творится? Обалдеть. 35К. 11-15. Это просто пипец. Рандомчик, ну давай уже. Ниндзик и бочка. Смотрите, 10К вообще в никуда. Теква. Атлант. Я фигею. Я просто фигею с этого. Такой рандом, конечно, печальный. Неплохо у него, кстати, герой держится. Да, имба героев мы, конечно, выбиваем, а вот то, что надо, просто нет. Так, отлично. Добили. Поехали опять ролить. 45К, ребят. Сердцеедка. Даже рейды нас не спасают. Потому что, ну, эта миссия, конечно, жесткая. Один герой. Я не знаю. Я у себя тоже вчера его ролил. Это печаль. Это боль, это печаль. Профессор Риббит. Друид Дед Мороз. Душегуб. Да, они просто прикалываются. Это просто трэш. Так, собрали. Ну, блин, скиталец это... Нечто нереальное. Палач. Дед Мороз. Леди Лео. Угрома. Ну. Дракула. Смерть. Это просто пипец. Да вы что, угораете, что ли? Я, честно говоря, в шоке. Три Фобоса, ребят. Три. Нафига они? Вот нафига столько этих героев? Блин, забрали мы плюхи. Ну, блин. Это нереально. Когда у тебя один недостающий герой, это просто жесть. Так, что тут у нас потратили? 65 тысяч самоцветов, ребят, мы потратили ради того, чтобы получить мега имбу. Да уж. Что-то он обмены делает. Что я могу вам сказать? Это печаль. Это реально печаль. Нормально, кстати, у него тут плюх накопилось. Печаль то, что похерили остров это раз, ну для него, для его это аккаунта. Во-вторых, печаль то, что герои реально падают просто в последнее время плохо. Я даже не знаю, с чем это связано, но я у себя вчера за 80 не выбил, одного я за 300 третьего на основном аккаунте на английском сервере выролил. Вообще полный трэш, честно говоря, творится на русском сервере и на английском сервере. Так, это что-то мы начали открывать уже. Не то он тут плюшки копит, а мы ему все сливаем. Мешок Prime Emblem SO, ничего себе. Вот, и реально просто смотришь на это все и понимаешь, что просто все впирается в тупой донат, потому что с таким островом, но ну, не знаю, я уже
покажу вам, посмотрите попозже, как я выбивал кровавую Мэри. Это что-то нереальное. Не то, что нереальное, просто имбалансное. Ну, нереально ее просто вытащить за дофигище, дофигище только. Единственное, на русском сервере есть возможность купить. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите видосика. Всем удачи, всем пока.